Здравствуйте, сегодня вот такая большая посылочка у нас, оценена в $27. У одного продавца куплено несколько товаров. Посмотрим. Так, у одного продавца несколько товаров брали. Все я брала для себя. Для гостевого сервиса. Упаковано очень хорошо. Кому нужны... Все в блестках уже, видите, что-то не так. Везде блестки. Вот, нападали, видите? Надо же, что открытые, что ли они. Будем собирать по одной. Блестки собираю. Курочка какая-то резиновая. Вот, все целое. Так, ну конечно. Вот. Что у нас сыпется? Вот что у нас сыпется. Ужас. Это все у нас рассыпалось. О боже. Все блестяшечки все рассыпались. Где-то что-то плохо закрыто. Ладно, все. Мы напишем продавцу. Ну что же они все высыпаются, да? Ну, открытые. Щелкнула, сейчас закрыла. Так, следующее. Здесь вот такая штучка. Обзор, может, сделаю, как ей пользоваться. И помогает ли она, не помогает для того, чтобы накрасить ресницы, вот так вот ставить, глазик накрашивать ресницы. Вот такая штучка. Посмотрим. Все. 30 гель-лаков должно быть. Не гель-лаков, а ну, гель-краска. Гелевая краска. Может, отдельно я сделаю, отдельно девчонки вам сделаю обзор. Если, конечно, мальчишек интересует, и мальчишкам обзор сделаю отдельно. 30 штучек. Вы знаете, очень маленькие. Угу, закрытые, нигде не протекли. Цвета потом покажу, обязательно покажу, постараюсь. Показать, я нет времени снимать эти видео, но стараюсь показать. Только не забываем подписываться, чтобы я показала. И, конечно же, мой аппарат. Ой, сколько тут блесточек, смотрите. Будем сейчас собирать блесточек, урожай. Камушки, 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 кругом они. Так, где наша капсулка наша? Так вот я собирать буду сейчас. Сейчас буду собирать. Вот они, вот они, вот они, вот они. О, собрала. Нет, еще один остался. Вон сколько собирала. Ужас. А здесь больше ничего нету. И, конечно, аппарат. Как он тут пишет про него. Работает, не работает. Ничего не написано. Все не по-русски, вернее, написано. Не кидали ли его здесь с аппаратом или подарок. Такие сверлочки. Не знаю, хорошие, нехорошие. Я думаю. Нет, таких довольно-таки. Да, в принципе, нормальные. Если какие не подойдут, не проблема.
он очень красивые. Правильные, неправильные. Будем потом пробовать. Может, тоже обзор получится снять, не знаю. Инструкция. На английском. Видишь, до 30 тысяч оборотов в минуту этот аппарат. А, вот такие вот штучки. Это на 100. На 150, на 100 и на 180, по-моему. И, конечно, с ним шла тоже вот такая штучка. Сверлышки. С ним тоже шли. Мне кажется, похуже даже, чем те, которые. Небольшие, конечно, сверлышки. Вот таких вот штучек, подумаю. 2 на 100, 2 на 150 и 2 на 180, по-моему. В общем, сейчас не помню. Так, педалька. Ну, это кто ногой привык работать. Педалька. Подставочка. Удобная, кстати, подставочка. Сама ручка. Ох, какая увесистая ручка. Хорошая прям. Так вот. R, S. Открыть. Вот. Да. Открыть. До щелчка вынимаем. Закрыли на щелчка. Закрыли. Очень увесистая ручка. Тяжеленькая такая. Удобная. Соответственно, подставочка для нее. Хотите вот так, хотите вот так. Кому как удобно ставить. Сейчас сам аппарат разберу на части. Работает не... ага, с ручкой. С розеткой российской, я просила, потому что там у них розетки не российские. Так, здесь коробочки, все, обзор кончился. В коробочке нет ничего. Вот сам аппарат. Здесь, на чем они говорили, сразу переключить на... А уже идет на 220, 240, 50 Гц. Вот, кому видно. Вот. Вот это вот все. Выключено. А, это оборот туда, оборот и обратно. Сейчас мы ее включим. Посмотрим, как жужжит, как прибежит. Все остальное. Стараемся быстренько. Так вот, прибавлять скорость, убавлять оборот, ну что-то не надо убавлять. Сейчас включим, ставим. Это вот ножную педаль, на ножную педаль, на ручную переключим. Сейчас на ручную.
кстати, у этого продавца можно вот такие, по-моему, если что-то случится с ручкой, с этой, заказать, ну, другую такую же, прям выходом все. Так, включили. Прибавляем обороты. Как классно, работает классно. Сейчас попробуем что-нибудь поставить из того, что было. Ручку еще это обязательно вставляйте, вот это вот без нее не бросайте, не надо, надо обязательно вставлять. Попробуем вот такую штучку вставить, до конца вставляем и закрываем. Так, все скрутит. Да, туда против. Вот у меня уродливый ноготь попался. Кстати, очень удобно, очень хорошо это все кутикулу, тереги все выбирает. Ой, замечательно. По валикам пройтись еще. Замечательно, где вот это вот все жесткое, вот это вот все жесткое, из-за этого я не заказывала. Все вот это счищать обязательно. Вот. Ну ладно, в другую сторону останавливаем. Включаем в другую сторону. Включаем. Все, идет все в другую сторону. Не знаю, сколько тут оборотов, как проверять. И лак может тоже счищать хорошо. Ну, все вот это вот можно счистить. Я сейчас до утра буду счищать, у меня тут много работы. Наверное, надо это заснять другое видео. Все очень классно, только фреза мне очень нравится. Мне очень нравятся фрезы вот эти вот. Надо будет покупать другие. Там с зелененькими насадочками, там еще с какими-то. С чем-то там. Что-то другое. Ну, так, в общем, в целом пойдет обзор. Вот, знаете, скажите мне, вот если вам нужен он обзор, ну, на гель, вот на этот гель, недорогой, вот 30 штук геля. Ну, как его звать, гель-то. Краска, гель, лак, там, я не знаю. Нужен обзор, скажите, я сниму прям вот каждую эту, буду открывать и снимать, если нужен. Если нет, то смысла нет мне это видео снимать. Ну, конечно, если нужно, напишите под видео, нужен ли вам обзор вот этих 30 штук, гели, гель-краска, я не помню сама, что это. Знаю, что это 30 штук. Опять написано
все, всем пока-пока. На эту штучку тоже, если нужен обзор, я сниму. Всем пока, до встречи. Пишите в комментариях, нужен ли вам обзор гелей и вот такой вот штучки. Всем пока. Подписывайтесь, не забываем на канал.